Здравствуйте, я Сергей Мудрак. Мы продолжаем цикл видеообзоров по продукции известного французского бренда Atlantic. И сегодня в центре нашего внимания конвектор Atlantic F17 Design. Это самый популярный конвектор в линейке Atlantic. F17 Design является лидером продаж в течение 15 лет и не теряет своей популярности среди покупателей. Конвектор собран из европейских комплектующих. Обратите внимание, как точно подогнаны все детали корпуса. Пластик и металл смотрятся как единое целое. Главная деталь конвектора – это нагревательный элемент, который изготовлен в Швеции. Такой закрытый тен используется сегодня во всех без исключения конвекторах Atlantic. Вы видите, что нагревательный элемент помещен в ребристый алюминиевый диффузор. Это дает сразу несколько преимуществ. Увеличена площадь теплоотдачи, воздух прогревается быстро и равномерно. А сам нагревательный элемент не контактирует с воздухом и не пересушивает его. Ресурс работы такого тена более 10 лет. На сегодняшний день это лучшая конструкция. Конвектор мощностью 1,5 кВт прогреет воздух в помещении площадью 15 квадратных метров до комфортной температуры за 15-20 минут. При этом тепловой комфорт вы будете ощущать во всех уголках, а не только там, где размещен конвектор. Конструкция решетки направляет воздушный поток таким образом, что тепло распределялось равномерно и в конвектор не попадала пыль. В конвекторе F17 безопасность продумана до мелочей, от закругленных углов и низкотемпературной передней панели до датчика падения. Это очень важная деталь, особенно если в доме есть маленькие дети. При падении конвектор отключается. Возвращаете его в вертикальное положение, он снова работает. Второй класс электрозащиты позволяет подключать конвектор без заземления. А класс защиты от влаги IP24 позволяет устанавливать конвектор даже в ванной комнате. Комфортную температуру можно легко установить с помощью регулятора. Максимальная температура нагрева составляет 28 градусов. Конвектор поддерживает заданную температуру с точностью до 1 градуса благодаря капиллярному термостату. Производитель предусмотрел два способа монтажа. Стационарный – крепление к стене с помощью кронштейна. Или мобильный – установка на пол при помощи специальных опор. Если вы крепите конвектор стационарно, учтите, расстояние от пола до конвектора должно быть не менее 15 см. Это обязательное условие для правильной работы конвектора. Кроме того, не стоит устанавливать конвекторы на сквозняке. Тепло будет быстро уходить. Конвекторы F17 Design представлены моделями мощностью от 500 Вт до 2,5 кВт. Это позволит вам подобрать именно то, что вам необходимо. Итак, что вы получаете при покупке конвектора F17 Design? Это конвектор, который отлично справляется со своей основной задачей – обеспечивает вас комфортным теплом. Качество конвекторов подтверждает европейский сертификат и 5-летняя гарантия от производителя. Надеюсь, что этот конвектор займет достойное место среди вашей любимой техники. Техника Atlantic – безупречное качество и максимум комфорта.